Всем привет! Сегодня у нас 10 ноября 2017 года. Первый раз за отпуск и, наверное, последний раз за отпуск. С женой выехал за грибочками. Как всегда, у нас синоптики обещали, что дождя не будет. По итогу выехали, идет дождь, но мы не сдаемся. Решили мы поехать за грибами-лисичками. Лисички у нас, насколько я помню, последний раз я был 5 лет назад, растут на так называемой молодой гвардии. Я не знаю, что это такое, просто молодая гвардия. То ли садовый кооператив раньше был. Короче, название осталось. Это у нас находится за Разумовкой, поворот налево, перед Каневским. Короче, будем мы собирать лисички, не знаю, сколько выдержим, потому что моросит дождь. Ну, взяли мы зимние сапоги с собой, дождевик жене взял. Короче, будем собирать грибы. Поехали! Ура! Так, заехали мы на молодую гвардию. Дальше идет у нас сосновый лесок такой прикольный. Идет у нас он аж до проток, до Днепровских заливов, так сказать. Когда-то пытался я там кидать блесну или воблеры. Короче, что я не пытался, все там зацеплялось за какие-то коряги подводные. По хищнику там тишина. Но тарань, по словам моих знакомых, там сейчас обалденно клюет. Зимой я там тоже, кстати, ловил со льда, неплохо брал, такая крупная тарань, больше ладошки. Ну, за рыбой мы не едем, жена сказала, что рыбалка для меня каждый день — это сильно вредно, поэтому едем за полезными грибами. Блин, ну природа бомба, конечно. Правда, я офигеюсь людей, которые вывозят унитаз посреди леса, чтобы выбросить. Вот объясните мне, ну зачем? Зачем это делать? Для удобства грибников? Капец. Так, остановились мы напротив вышки вот этой, типа пожарной. Вот у нас идут здания. И пойдем мы сейчас в сторону трассы. Чуть-чуть пройдемся. Кстати, что нужно для сбора грибов, кроме палочки, пакета и ножика? Вот такие ботинки зимние. Это тема. Потому что прошел дождик, слава богу, он закончился. Но в своих бы кроссовках я бы сразу промок. А так все пучком. Так, вот наши первые лисички. Вот такая красота растет. Где еще? О, и вот. О, вот это самая тема, потому что я всегда сюда приезжал то сильно рано, когда они были вот такими пуговками, то сильно поздно, когда они уже были обмороженные и мокрые. Ну что, понеслась. Семейку нашла? Молодец. И я нашел. Вот. Вот они под листиками прячутся. И вон там. Блин, грибов реально много. Жалко, у нас мало времени, может, пару часиков. Но вот такие красота. Они легенькие, такие приятные. Это не грузди, которые, блин, три гриба кинул и полный пакет. Здесь собирать нужно вот такие меленькие. Вот это мне больше всего нравится, маринованные, хрустящие. Ух, бомба. Вот смотрите, они полянками растут такими. И вот. Главное не подавить ногами, пока один срезаешь. Так что всем советую ехать на молодую гвардию за лисичками. Вот у нас дорога прямо идет, ну, которая на молодую гвардию туда, в это лесничество. А вот дорога пошла на Запорожье, там у нас беленькая, там у нас Запорожье. Вот так она идет, перпендикулярно. Фух, класс, воздух. Жена у меня вообще настойчива, как граблями перерывает все листья. А я вот действую по-другому. Иду, смотрю, вот увидел красавчика такого. И уже стоит по сторонам тогда оглядеться. Вон еще там. Где-то еще должны быть.
Короче, отличные лисички. Вот за 10 минут я уже насобирал. Ну, жена столько же. Вон жена нашла. Говорит, давай зафоткаем. Ничего, нормально. Все. Да все, вот еще по сторонам оглядись там. На подмогу. Видно, что грибники ходят, но тем не менее лесок хоть и небольшой, но грибов много, поэтому хватает всем. Вот такая красота здесь растет. Опа. Вот лисички. Сейчас покопаем листья. Еще найдем. Ходят тоже, грибы собирают местные. Решили мы пройтись чуть дальше, в сторону Каневского, по над берегом. Там есть прикольный лесочек тоже. Когда-то я там буквально 4 пакета, наверное, грибов насобирал с батей. Но он дальше. Сейчас попробуем туда пойти. Хотел повезти жену в другой лес, но забрели в первый попавшийся лесок. И тут тоже куча лисичек. Так что можем и не дойти. Будем искать дальше. Так, жена проголодалась, сейчас будем пить чаечек с печеньками. И вот буквально прям под нами заливы. Люди ловят и на удочку, и с лодок. Сейчас попробую показать. Вон сидят, ловят на белую рыбку. Музычка играет. Тарань клюет, короче. Учитывая, что сегодня будний день, рыбаков хватает. Решили спуститься к заливу, и вот такой здоровенный масленок растет. А ну. Эх, червивый, жалко. Ну сейчас, может, пообрезаем хотя бы ножки. Красивый. Не было плюсов. Идти только глазами. Ну тогда бы это был бы не сбор грибов, а просто срезание. Так, подведем итог. 3 часика с женой гуляли, 2 пакета грибов насобирали. Вот такие лисички. Одну нашел синюю. Вон она. И один нашел, что я нашел. Масленок здоровенный. Другой. Этот червивый я не брал, а нормальный я забрал. Ну, в общей сложности
Ну, кило 4, наверное. Килограмма 4 грибов насобирали. Замаринуем на Новый год как раз. Отлично.